Специалисты Курганского центра социальной помощи семье и детям провели акцию под названием «Пойми меня», которая является продолжением акции «Дерево семейного счастья». Это «Дерево семейного счастья». У нас уже проходила акция в детском саду, и вот дети вместе с родителями это дерево составляли. Они писали, что нужно для счастливой семьи, как они считают, по их мнению, писали пожелания, и вот они приклеили их сюда. Сегодня мы предлагаем тем, кто будет или заключать союз, что заявление пойдут подавать, или просто проходящие люди, кому-то, если понравится какое-то высказывание, пожелание, они могут его просто сорвать и взять себе на память. Подобные акции проводятся уже не в первый раз. В прошлом году новобрачным вручили сертификаты, благодаря которым они могли бесплатно обратиться в социальный центр за консультацией. Молодая семья, когда создается, идет же притирание, столько много как-то проблем, таких шероховатостей. И вот чтобы не доводить до конфликта, до ссор, они могут просто позвонить, прийти на консультацию, обратиться к нам. Все, кто в этот день решили подать заявление в ЗАГС, с улыбкой выбирали себе пожелания. Да, конечно. Почему нужно? Нет? Нужно. Будущим молодожены, конечно, счастье, благополучие, и ярких впечатлений. Марина Богатырева, Анастасия Дьяченко, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».